Доброе утро, дорогие друзья, земляки, новосибирцы. Чудесный день, чудесная погода и очень хорошее настроение. Мне хочется, чтобы сегодняшний день прошел у вас радостно и счастливо. Но я врач, и я должна предостеречь вас от тех проблем, которыми вы можете встретиться на пути. Как гастроэнтеролог советую вам не есть незнакомую пищу, мыть руки, обязательно чувствовать себя нужным человеком. Наверное, это не относится к врачебной профессии, но мне хочется, чтобы вы в этот день испытывали только радость, и чтобы к вечеру вы пришли с чудесным настроением и поняли, что этот день был самым лучшим в вашей жизни. Счастья вам, здоровья, успехов во всем вам, вашим семьям, детям, внукам, друзьям, коллегам. Счастливо! Thank you.